Добрый день. Сегодня я расскажу про Crazy Megaminx от компании Thinkso 6+. Название написано Dodecahedron Puzzle. Crazy Megaminx здесь не написано, но продается он именно под таким названием. Вид головоломки, строение, код товара где-то здесь, SY012. Ну и много иероглифов. Открываем. И здесь нас встречает очень большая инструкция. Сам Megaminx. Больше ничего. Закрываем. Crazy Megaminx. Так я его и буду называть. Это Megaminx, у которого есть дополнительные центральные элементы. Это часть ребер, которые делают сборку интереснее. К примеру, если мы сделаем пару поворотов, мы замечаем, что кусочек красненький остался. А здесь, если мы повернем вот так, то остаются вот эти элементы. Crazy Megaminx уже были от компании Diana F8. У меня есть парочка. Это Меркурий и Юпитер. И что есть особенного во всех Crazy головоломках? Crazy не просто, значит, какие-то сложные сумасшедшие, а именно есть вот такой вот кружок с дополнительными элементами, которые вращаются по-особенному. Есть сторона единичка, есть сторона 0. Единичка — это значит, что внутренние элементы вращаются вместе с гранью. Сторона 0 — это значит, что внутренние элементы неподвижны, если грань вращается. Очевиднее это будет, если мы сделаем здесь поворот и повернем нулевую грань. То есть вот элемент остается. На стороне с единичкой это будет вращаться вместе с гранью. В этом разница. В серии планет MF8 и Даян есть 8 основных. 8 планет. Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и остальные без Плутона. И у всех по-разному стороны фиксированные и нефиксированные. К примеру, у Юпитера есть много сторон нефиксированных с единичкой. Да, и две стороны с нулем. Вот это и вот это, если не ошибаюсь. Да, белые и серые. У Меркурия наоборот. Сторона единичка, сторона единичка, а все остальные нулевые. Я эти головоломки еще сам даже полностью не перемешивал и не собирал, так что могу где-то ошибаться. И вот 8 планет, на которых все по-разному. Есть еще 9-я модель из этой серии, называется Full Function, где все стороны нулевые. Продаются они обычно отдельно как-то. То есть там, где продавались вот эти планеты, такой не было. Но найти можно. Стоит Crazy Megaminx достаточно дорого и вращаются крайне посредственно. То есть очень тугие, особенно грани, которые нулевые. Те, которые единички, еще более-менее. Но когда начинаешь делать что-либо, вот с единичками кое-как получается, с нулевыми все хуже и хуже. Что же не так с Crazy Megaminx от Thinkso? Ну, во-первых, здесь все стороны нулевые, ровно так же, как на Megaminx Full Function от MF8 и Dayan. Ну и главное отличие — это то, что здесь на кругах нет угловых элементиков. Если мы посмотрим на MF8, есть ребра, есть маленькие уголки. У Thinkso вместо уголков просто пустота. Из-за этого, наверное, головоломка, естественно, попроще и вращается гораздо лучше. То есть ее чуть ли не на скорость можно собирать, хотя я так сразу не рекомендую. Crazy Megaminx приехал ко мне одновременно с пирамидкой вот этот Magic Tower 5x5, и у каждого из них в коробке была инструкция. Ну, Magic Tower собрался без проблем, а Megaminx я собирать не спешил, так как эти Crazy Megaminx пока не собирал и был не готов к тому, чтобы именно Crazy головоломки собирать. Есть еще серия из кубиков 3x3 Crazy, есть даже 4x4, три версии, у меня только одна. Вот кубики 3x3 все выкуплены, когда-нибудь видео сниму про них. Пока даже это не распаковывал большинство. Ну так вот, не торопился я.
и поэтому решил посмотреть инструкцию. Мало ли, что-то сделаю не так, и у меня что-то не получится. И стал я в нее вникать, в эту большую инструкцию. И здесь я подумал, ну, наверное, с одной стороны китайская, а с другой английская. А оказалось, нет. Она как бы с разными языками, но одна и та же. То есть здесь одновременно и на английском, и на китайском написано. И если присмотреться, здесь начинается с первого шага, второй, третий, четвертый, до шестого доходит на правом конце. Мы переворачиваем, и тут еще куча шагов, итого 12. 12 этапов сборки Crazy Megaminx. Я думаю, ну, наверное, сложная головоломка, торопиться точно не стоит. И тут каждому этапу алгоритмы. Сначала они покороче, попроще, а дальше все сложнее и сложнее, более лютые, ужасные, огромные, никогда не виданные алгоритмы. Ну, конечно, не все. И рыбки тут тоже есть, наверное. Вот длинный какой-то алгоритм, неизвестно, зачем он нужный, через F. Зачем такое страшное? Смотрел я, смотрел, подумал, да ну их, что-то перемудрили. И мне кажется, что этой инструкцией китайцы пытаются меня научить собирать Megaminx. А я вроде бы умею. Да и мои зрители, наверное, тоже. На всякий случай, здесь для картинки стоит Megaminx Yuxin Little Magic V3M. Про него есть или будет отдельное видео. Пока не знаю, в каком порядке буду публиковать. Но Megaminx я собирать умею. А поэтому давайте перемешаем. Да соберем. В итоге оказалось, что Crazy Megaminx не такой уж и сложный. Да, здесь есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Но по сути, это стандартная сборка Megaminx с некоторыми особенностями. То есть его можно даже вращать как нормальный Megaminx. Поначалу это нужно делать очень аккуратно, так как вот эти внутренние ребрышки иногда клинят и норовят выскочить. Я собрал уже этот Megaminx много раз. Планирую даже собрать на скорость. Если у меня получится меньше 3 минут, то и, возможно, отдельно опубликую. А быть может, вы это уже видели. Не знаю пока, что выйдет. Но, в общем. Вот. Ребрышко улетело. Специально грубо вращал. Вернем на место. Даже не рассыпусь. Ну, вот настолько грубого у меня еще не было. Я вот заговорился. В итоге вот Megaminx. Все грани нулевые. А что это значит? Это значит, что вот таким вращением мы вот эти маленькие ребрышки, центральные, внутренние элементы, с места никуда не сдвинем. Вращаем, а они стоят на месте. Если мы обратимся к белому центру, то легко обнаружим, что вот эти вот белые элементы, центральные, находятся где-то недалеко. Мы их никак не отправим, к примеру, на серую грань. Вот хочется нам вот этот элемент как-то сюда, но он не перемещается. Все грани фиксированы. Все центры стоят на месте и не поворачиваются. А значит, мы можем вращать вот этот элемент только одной гранью. И в одном из положений это ребро центральное станет рядом с центром. И нет ничего сложного поставить все белые центральные ребрышки на место. Просто вращать смежные грани. За 2, 3, 4 вращения мы получим вот такую картину. Как только я понял, что это работает именно так, головка растеряла всю свою таинственность и стала простой. Я напомню, что у меня небольшой опыт в сборке Crazy головоломок. Да, я собирал 3 на 3 Юпитер, пробовал собирать 3 на 3 Сатурн и не собрал, ну, отложил, слишком много ошибался. И на этом мои попытки закончились. А то, что в кубоидах иногда есть Crazy круги, так там это он один или два, это совсем все просто. Здесь же поинтереснее. Ну вот собрали мы маленькие ребрышки вокруг белого центра. Дальше нужно же основные поставить. Как мы это сделаем? Вот, к примеру, есть бело-зеленое.
Если поставить сюда, у нас маленькая беленькая уйдет. Ну, вернем обратно. Отведем пока бело-зеленое в сторону, а это поднимем. Сюда подведем, и у нас они как бы вместе встали. А эти грани можно сразу оба вращать. И ставим на место. Вот у нас бело-фиолетовая. Делаем все то же самое. Вот постепенно получается звезда. Также можно упрощать, комбинировать какие-то движения. К примеру, вот бело-желтое ребро я выведу вот это беленькое сюда. И вот так вот ставлю сюда бело-желтое и отведу на место. Это вполне допустимо. Тем временем у меня белое вот это отсюда ушло наверх. Я могу либо его там оставить, либо вернуть на место, как пожелаю. Давайте пока там оставим. Ищем бело-синее. Вот оно. Просто сюда его добавляем. Вот звезда собрана. Поскольку уголков-то нет, то и все. Первые два слоя мы дальше соберем, как на обычном Мегаминксе. Я буду собирать при помощи F2L. Кто не умеет, можете собирать послойно. Ставим одну пару. Можно собирать быстро, но аккуратно, чтобы вот не зацепились. Здесь нет ни бортиков, ни магнитов, но вращается неплохо достаточно. Пару. Мы видим, что когда пара собирается, она какая-то не самая красивая. Вот, к примеру, сине-желтая. Вот, мы видим, что не хватает чего-то. Но когда мы поставим ее на место, вот эти вот недостающие элементы станут туда, куда нужно. Осталась одна пара, бело-фиолетово-желтая. Вот они элементы. Так, и ставим на место. Дальше нужно собрать вторые два слоя. Это S2L. Я буду собирать методом Westwood, но можно собирать любым. Но прежде чем группировать пары, да, мы должны первоначальное ребро поставить на место. Я начинаю с фиолетово-голубого всегда, и поэтому где бы ни находилась эта маленькая фиолетовая, ставлю на место, и можно собирать сюда пару. Если встала фиолетовая, то и зеленая тоже станет на место. Находим фиолетово-голубое ребро. Вот оно. Да? Подгоняем сюда фиолетовое, вставляем фиолетово-голубое, ставим на место. У нас получается вот слот, который мы опять же алгоритмом F2L ставим сюда пару. Вижу один нужный элемент. Вот на второй. Немножко цепляется. Пара есть. Дальше нужно вот сюда поставить бежево-зеленое. Но прежде мы должны поставить просто зеленое. Да? И только потом бежево-зеленое. Оно здесь неудобно стоит. Разворачиваем его. И отводим в сторону, поднимаем зелененькое, спариваем, возвращаем. Сюда пару ставим, как в обычном Мегаминксе. Есть у нас вот эти два нужных элемента. Ставим сюда. Бело-красно-зеленая пара. Немножко локапит, но в пределах допустимого. Дальше видим, здесь удачно красное с красным соединились. Да? По идее, сначала маленькое красненькое нужно поставить, а потом уже к нему красно-розовое подгонять. Так, здесь розово-красно-синий уголок на месте. Осталось ребро доставить. Оно здесь. Готово. И еще бежево-розовое. Вот так. Дальше вот голубенькое видим. Пока на место поставим. Здесь вот то, что нужно, ребро.
И можем опять сюда две пары ставить с синим цветом. Так. Одна. И вот здесь вот вторая. То есть пока до этого момента мы только расставили белые маленькие ребрышки по местам, центральные. И перед тем, как собирать пары, устанавливаем одно из ребер на место. Ну, по сути, два. Дальше собираем зелено-оранжевую пару. Фиолетово-оранжевую. Так. Ну, а здесь ребрышки на месте стояли. И первые четыре слоя готовы. Дальше собираем крест абсолютно любыми способами. Можно запятую сразу, можно по отдельности. Вот это галка. Так. Собираем OLL. При сборке кажется, что что-то страшное, но когда мы заканчиваем алгоритм, все становится хорошо. И вот на этом этапе, на PLL, нужно быть немного внимательнее, он займет больше времени. Мы сейчас должны не обращать внимания на основные ребра, а посмотреть только на маленькие центральные. Вот они сейчас стоят неправильно. Хотелось бы совместить вот так. Много элементов сразу стоит на своем месте и хорошо. Не в один алгоритм можно было бы переставить вот эти три основных двухцветных ребра, и мы бы радовались. Но вот эти центральные ребрышки остались бы не на своих местах. А поэтому мы сначала должны поставить центральные ребра по местам, а потом больше с места не сдвигать. То есть мы должны использовать алгоритмы, те, которые возвращают потом верхнюю грань в то же положение. О чем я? Ну, давайте посмотрим. Сейчас смотрим уже на двухцветные ребра. Ни одно на месте не стоит. Это плохо. Я использую либо лямбду, либо алгоритм-аналог Теперма, который может нам что-то переставить. Для начала нам нужно хотя бы пару ребер поставить на свои места. Мы умеем их передвигать лямбдой по часовой стрелке. Можно с этого начать. К примеру, вот это оранжевое нужно против часовой, зеленое против часовой. Бежевая вот сюда нужно через один, и голубое тоже через один. Можно заметить вот это розовое ребро, которое при движении по часовой стрелке станет на розовую грань, и это будет хорошо. Давайте с этого начнем. При выполнении лямбды вот здесь вот ребра будут неподвижны, а вот эти вот по часовой стрелке передвинутся. Давайте просто сделаем лямбду. Что получилось? Розовое ребро на месте, ну и заодно у нас голубое встало, которое мы не просчитали. После этого мы можем уже выполнить какой-нибудь аналог Теперма. Сам Теперм применять здесь не получается, так как у него сдвинутся после применения вот эти ребрышки маленькие. И также нельзя применять обратную лямбду для передвижения против часовой стрелки. То есть я использую либо обычную лямбду, либо алгоритмы R2U2 для перестановки, когда у нас правильные ребра стоят напротив. И по, и против часовой, ну вот такой алгоритм, и вот такой алгоритм здесь работают. Что у нас здесь нужно? Здесь нужно переставить против часовой стрелки. Значит, делаем алгоритм R2U2, R2'U, R2U2, R2'. Да, он переставляет против часовой стрелки вот так. Ну, если мы сделаем R2 U2 штрих и остальные со штрихами движения U, то будет в другую сторону перестановка. В итоге мы сделали самое сложное. Это поставили ребра по местам. Комбинируя лямбду и вот эти Т-подобные алгоритмы, мы можем это сделать. Иногда приходится лямбду 2-3 раза провернуть, чтобы все получилось. Поначалу я делал именно так. А дальше мы можем переставить углы обычными коммутаторами, либо применить любой из известных нам PLL алгоритмов, так как ребра стоят уже на местах, и мы их сдвигать не будем.
два угла на месте. Так, еще один и еще один. И Crazy Vegaming собран. То есть получается всего три места, где нужно быть немного внимательнее. Это в самом начале беленький поставить на места, либо ставить ребра, учитывая расположение белых. При сборке вторых двух слоев нужно изначально грань поворачивать в нужное положение, то есть совмещать ребра вот, синие с синим центром и так далее. В самом конце при перестановке ребер сначала нужно поставить центральные ребра по местам, а потом их не сдвинуть. Давайте сделаем Т-перм. Если на обычном Мегамиксе Т-перм, что нам сделает? Вот здесь два на месте, и у нас вот так вот что-то переместилось. Сделаем Т-перм здесь. При всем том же самом, то есть вот у нас основные элементы стоят так же, да, как здесь, у нас сместились вот эти маленькие ребра. И если мы их поставим на место, у нас здесь ничего хорошего не остается. Поэтому Т-перм мы не применяем. И даже если сейчас я сделаю Т-перм еще раз, по идее 3 Т-перма нам должны собрать Мегаминкс обратно. У нас основные детальки обратно соберутся, а внутренние ребра вот эти не соберутся. Так что Т-перм мы не применяем. Аналогично с обратной лямбдой. Если мы сейчас дособерем наш Мегаминкс обычный, если мы выполним лямбду, да, у нас получается вот такая вот ситуация. И для перестановки против часовой стрелки, да, вот как сейчас необходимо, мы делаем U2 и ту же лямбду. Потом еще раз делаем U2. Обычный Мегаминкс собирается, а на этом ничего хорошего не возникнет. Допустим, у нас вот сейчас вот зеленая у голубого центра. Я сделаю обратную лямбду. Да? И мы получим, что зеленое ушло вон туда. А, надо еще U2. Мы получим, что зеленое переместилось вот сюда. У нас получается количество ходов туда-обратно не совпадает, так как мы вначале делаем U2 и потом еще раз U2, а не U2 штрих. Ну, проще понять, что просто лямбда обратная не работает, поэтому ее не используют. Так же, как не работает обычный Т-перм. Те, кто умеют собирать Мегаминкс быстро, знают и альтернативу Т-перма, более короткие и быстрые алгоритмы, и поэтому проблем быть не должно. Ну, либо можно лямбду использовать много раз. Давайте попробуем собрать только лямбды. Ставим по местам. У нас ни одного ребра на месте не стоит, только центральный. Смотрим, какое можно по часовой переставить. По часовой? Нет, нет, не хочет. А вот, бежевое можно сюда переставить. Эти два будут на месте, бежевое перейдет сюда, и одно встанет туда, куда нужно. Делаем лямбду. Так, вот одно на месте. Далее, ну, нам нужно поставить еще одно. К примеру, вот голубое можно поставить вот сюда. Вот это будет неподвижно, и вот это неподвижно. Голубое сюда перейдет. Делаем еще лямбду. Так, вот у нас уже два двухцветных ребра стоят по местам. Ну, если мы сделаем лямбду третий раз, то по часовой стрелке переставятся оставшиеся элементы. Если они требуют перестановку против часовой стрелки, то лямбду придется сделать дважды. А сейчас у нас, наверное, даже все соберется. Да, так как это была чистая лямбда. Ну, если не собралось, то в конце любым способом собираем углы коммутаторами либо алгоритмами. Как-то вот так. Несложная головоломка. Обязательно попробуйте собрать это без вот этой очень подробной, но ненужной инструкции.
Я по дурости в нее посмотрел и сделал это очень зря. Из-за этого дольше сомневался. А когда ее отложил и собрал сам, и все стало легко и понятно. Головоломка несложная, достаточно интересная, отлично вращается, в разы лучше, чем Crazy Megamix от MF8 и Dayan, которые и очень дорогие, и вращаются плохо, и их еще поискать нужно, чтобы купить. А это продается сейчас везде, стоит недорого и вращается хорошо. Для любителей головоломок, но для тех, кто уже умеет собирать Megaminx, будет отличный выбор. Если вы Megaminx собирать не умеете, то сначала научитесь обычный собирать, а потом уже Crazy. Но это будет разумно. Ну а чтобы научиться Megaminx собирать, нужно уметь собирать 3x3 и желательно вместе с F2L это делать. Без F2L Megaminx лучше не собирать, головоломка покажется вам нудной и неинтересно. Как-то так. Crazy Megaminx мне понравился. Рекомендую к покупке. Поначалу просто аккуратно вращайте. Со временем вращение улучшается. Да и поначалу крутить его вполне приятно. Главное, чтобы эти детальки внутренние не вылетели. А когда он ко мне приехал, один уголок был рассыпан. То есть три вот этих пластинки лежали просто в коробочке. Мне, возможно, так повезло, просто плохо собрали, но я их просто ставил на место и все. Кто покупал, расскажите, было ли у вас подобное. А по сути, здесь просто реберный элемент разделили на два, ну и сделали какой-то фиксирующий механизм, который не позволяет этим внутренним ребрам перемещаться. У Сингсо выходит еще Crazy Tetrider. Также без уголков, вроде бы. Также более простая версия по сравнению с MF8 и Dayan. Но Dayan MF8 не купить, не найти. А Сингсо делает полезные вещи. Если у них это хорошо и пойдет, то почему нет? Можно сделать и октаэдры, и что-то еще придумывать, и петаэдры. Хотя пендаэдры у меня все от MF8 есть. Но и Сингсо не сильно повторяется. Доступные, хорошие головоломки. Пусть продолжают. Компания Сингсо мне нравится. Без каких-либо громких анонсов, обещаний, просто регулярно выпускает новые хорошие головоломки. Тех же Magic Tower уже 4x4, 6x6 я купил. Скоро приедут. Так что молодцы. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.